что тебя сюда сегодня конкретно привело? Электронная музыка для меня в данный момент все. Мы являемся молодыми начинающими диджеи-продюсерами. Коллектив под названием «Шебека». Мы приехали к своим друзьям, именно к Владиславу Устинову. И Матису Садко, соответственно, это все вместе. Шабов для тебя в твоей жизни что-нибудь значит? Но Саша просто прекрасный продюсер. Он делает замечательную музыку. Ну а из всех звезд, которые сегодня представлены, так скажем, которые выступят, кого именно ты хочешь услышать? Они для меня, наверное, равные. А что ты ждешь от сегодняшнего вечера? Ну, это для Смоленска вообще шедевральное какое-то мероприятие. Все-таки все российские мировые диджеи, они